Рады приветствовать вас на нашем канале, дорогие зрители. Сегодня мы сообщим вам отличную новость. 17 ноября на канале Домашний состоится показ сериала «Любовь во всем виновата». Умная и целеустремленная Марина становится жертвой предательства. Любимый Андрей присвоил себе ее проект и получил на его реализацию многомиллионный грант. А босс просто уволил. Зализывать раны Марина уехала к отцу в маленький приморский поселок детства, где он развивает небольшую винодельню. Там, в прибрежном баре, Марина встречает бывшего одноклассника Стаса. Однако встреча не обрадовала обоих. Она не настроена на общение с деревенским ловеласом, а он разочарован ее преображением в столичную надменную фифу. Но жизнь в одном поселке постоянно сталкивает их, заставляя присмотреться друг к другу повнимательнее. Постепенно отношения теплеют, и Марина уже готова снова влюбиться. Как выясняется, что Стас женат, а бывший хочет ее вернуть и просит дать последний шанс. Показ сериала состоится 17 ноября на Домашнем. Если вам понравился мой обзор, ставьте лайк под видео. Приятного просмотра!